Чита во второй раз готовится стать столицей Забайкальского международного кинофестиваля. Красочные баннеры на учреждениях культуры оповещают читинцев о программе фестивальных мероприятий, конкурсных и внеконкурсных кинопоказов. Впереди незабываемые встречи с миром современного кино. Единственную из российских лент, вошедшую в программу конкурса «Зима, уходи», представит зрителям кинорежиссер Дмитрий Кубасов. Всего 8 номинаций плюс специальные призы и 10 конкурсных лент кинематографистов Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Канады, Дании, Австрии, Израиля и совместного производства Ирака, Великобритании, опять же Франции, Нидерландов, Палестины, Египта, Арабских Эмиратов. Зрители ждут встречи с известными артистами и большой гала-концерт. Ну а пока гостей Читы встречает рассвет над сопками, традиционный хлеб-соль и забайкальское гостеприимство. Александр Михайлов, Владимир Конкин, Аристарх Ливанов, Лидия Боброва уже стали завсегдатаями кинофестиваля в Чите. Кстати, Лидия Алексеевна рассказала, что присланные на объявленный еще летом в Чите конкурс сценариев, работы забайкальцев ей во многом понравились. Она отметила высокую грамотность и профессионализм отдельных авторов, но пока еще не готова назвать фамилию победителя. Член жюри кинорежиссер Борис Хлебников участвует в Забайкальском международном кинофестивале впервые и сразу, что называется, с корабля на бал. Уже через несколько часов после перелета Новосибирск-Чита он гость в студии популярного радио, но об этом уже в следующем сюжете на интернет-портале ZAP.info. Следите за событиями кинофестиваля в Чите и становитесь его активными зрителями и участниками.